В Югре приступили к проектированию Центра высоких биомедицинских технологий. Новый центр Ростеха в Сургуте станет первым объектом инновационного наукограда Unity Park. В нем будут проводить исследования в области замещения утраченных органов и опыты по выращиванию живых тканей. А также создавать препараты для лечения нейродегенеративных заболеваний у взрослых и детей. С появлением центра в Ханты-Мансийском АО начнет развиваться высокотехнологическая медицина. А также появится платформа для создания программ дополнительного профессионального образования. При этом учреждение сможет сотрудничать с ведущими научными и образовательными организациями. Причем не только в России, но и ближнего зарубежья. Строительство уникального центра планируется завершить к 2025 году. Хороших вам новостей!